Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы будем слушать Пирокинесиса, старый его трек из старого альбома. Ну, нового ничего нет. А напоминаю вам о том, что мы теперь есть в телеграм-канале, поэтому можете, милости просим, заходите, подписывайтесь, участвуйте в голосовании и вообще все, что там происходит, можете тоже участвовать в этом. Итак, напоминаю вам о том, что у меня есть две книги, которые я выложила на Литрес, и хотела бы, чтобы вы ее скачали, почитали и поделились с друзьями. Ну, у моего старшего сына Максима есть игровой канал, куда тоже милости просим. Ну, а мы слушаем Пирокинесиса «Докучные сказки», «Докучные сказки», «Докучные». Папа была собака, поп собаку так любил его когда-то просто так, будто собаку погубил. Неухоженный прохожий, запах рвоты и мочи, взгляд порожен, его рожи нету цели и причин. У собаки нет папа, грозя он лясы не точил, что убьет за кусок мяса, не успел, не замочил. Теперь знает не тупая, чужого потуха я. У собаки нет папа, но зато мясо дохуя. Где-то протекает речка, через речку видно мост, на мосту стоит овечка, у овцы рога и хвост. Как скакалку раскачала, хвост натянутый как трос. Может рассказать сначала, хохоча, да не вопрос. Где-то протекает речка, через речку видно мост, под мостом ничто не вечно, утекает под откос. Начиная от причала, но та речка, речка Стикс, рассказать тебе сначала, точка Y, точка X. Ехал грека через реку, видит грека в реке гроб. Коли бег у человека, лишь один судьбиный рог. Сунул грека руку в реку, реку боли, реку зла. Бафомета видит грека, то скелета, то козла. Чучело мяучело, на трубе сидела, скрючила и вспучила, не скорби по телу. Чучело мяучело, жизнь давно наскучила. Чучело мяучело, хотела, хотела дело. Чучело мяучело, наскучило, смотри, люди до кучи, даже слушать МП3. Чучело мяучело, испугано ведущего, мыслила весь ужас энтропии. 10 негритят пошли купаться. Ну как это без них? Негритят купаться в море горя. Один из них утоп, свезло Витя за тот, других всех погрузил в пучину хтони. 9 негритят, одни в пучине хтони. 9 негритят, и каждый тихо стонет. Догон ее к сатот, и с ними за тот, безумие на негритят нагонит. Ну вот, друзья мои, вот Пирокинесис все-таки молодец, что хочу сказать. А вот когда основная масса поет непонятно о чем, а Пирокинесис, вот ему тоже не о чем петь, да? Но он взял какие-то там наши эти самые скороговорки и всякие пословицы, переиначил, продолжил и в веселой, относительно веселой форме получилось то, что получилось. Ну вот я как бы вот талант не пропьешь. Несмотря на то, я все знаю про Пирокинесиса, помню, что как-то мой сын Илья купил за полгода билетик, съездил на его концерт, а Пирокинесис был не в настроении и ушел. Поэтому, друзья мои, несмотря на то, что Пирокинесис своеобразный артист, да, которому, наверное, для того, чтобы творить, нужно что-то принимать, алкоголь или я не знаю что, но чтобы творить свою геометрию тьмы, ему нужно для этого что-то. Допинг. Забыла слово. Осуждаем. Осуждаем. Нельзя. Вот. Но получилось весело, получилось, несмотря на
докучные сказки, порою не очень веселые. Даже вот это, ну как бы, вот там были всякие чучело-мяучело, все такое. И тут, да, я еще подумала, на пирокинесиса не похоже. Должно быть что-то такое печальное. Потому что он у нас рыцарь печального образа. Вот, и тут это 10 некредят вылезли. Думаю, ну понятно, все. Осуждаем. А что у нас 10 некредят? Почему мы должны осуждать? 10 афроамериканцев. Да? Ну, извините, такая есть даже этот самый. Максим у нас там заморачивается. А мы что? Мы читали такие произведения искусств. Ну ладно, давайте. Значит, вот как бы за текст, за находку, за то, что получилось, то, что получилось, ставлю 7 баллов Пиркинессису. А было достаточно позитивненько, несмотря на название, грустное название этого альбома. Поэтому 7 баллов я, наверное, поставлю ему за... Даже, наверное, 8 поставлю. 8 баллов за... за музыку, и в принципе и атмосфера была 9 баллов за атмосферу, 24 делим на 3, получается 8 баллов Пирокинесис. Ну, вот, хотя вот этот его альбом «Геометрия тьмы», он вообще такой сложный, мне кажется, его вообще там вообще сложно понять, что он имел в виду и вообще можно ли это понять, не знаю, но эта песенка, она так очень резко выделяется из общей массы. И мне кажется, она такая достаточно позитивненькая, несмотря ни на что. Всем пока!